12 сентября в Петропавловске-Камчатском состоится военно-исторический фестиваль «От Руси до России». Гости фестиваля смогут побывать сразу в нескольких временных отрезках, связывающих Древнюю Русь и современную Россию. В мероприятии примут участие члены клубов исторических реконструкций, представители ролевого моделирования, этнографические и фольклорные коллективы, а также ремесленники. Гостей фестиваля ждет насыщенная концертная программа, состязания рыцарей, турниры по метанию ножей и топоров, потехи для детей. Цель фестиваля – патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение традиционного культурно-исторического наследия России. Здесь можно увидеть, как и витязей, и героев обороны Петропавловска 1854 года, и даже героев Великой Отечественной войны. Адрес: Петропавловск-Камчатский, улица Полевая, 25, недалеко от старого Халактырского аэропорта.